Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. У нас вечер, без 10 минут 9, работа продолжается. Пациент, мужчина, 1956 года рождения, ранее оперирован у нас в октябре месяце по поводу аневризмы бифуркации правой средней мозговой артерии. Оперирован он по методике стент-монотерапия. Установлен стент Elvis Eva компании Microvention в правую среднюю мозговую артерию М1, М2 сегмент. Аневризма динамики на четвертом месяце после операции. Пациент пришел на контрольную ангиографию, где мы видим, что стент проходим. Здесь не бифуркация, а больше трифуркация средней мозговой артерии. Стенд был установлен именно на ветку, которая кровоснабжает моторную зону. Как вы видите, трифуркация, нижняя ветка вот видна, средняя ветка видна, и вот верхняя ветка, которая кровоснабжает моторную зону. Был установлен стенд. В динамике на контрольной ангиографии по выбранной проекции с помощью 3D мы видим, что вот установленный стоит стенд. Вот он. Сейчас мы уберем субтракцию и мы покажем, в каком состоянии данная аневризма. Вы видите, аневризма исчезла. Стенд прилегает к сосудам. Видим, что все артерии трифуркации кровоснабжаются. Динамика в динамике состояния аневризмы неплохое. Самое главное, мы исключаем рост аневризмы. И что свидетельствует данная картина? Дополнительное вмешательство пациенту не требуется. Пациент будет допивать двойную антиагрегантную терапию полных 6 месяцев. Далее мы отменим одну терапию, один препарат, и на постоянной основе будет пациент принимать только одну антиагрегантную терапию. По другим сосудам у пациента проблем нет. Вот она, дополнительно вот с помощью стрида. Мы видим, вот как установлен стенд и как выглядит в данный момент сама аневризма. Мы видим, что стенд прилежит полностью по стенке сосуда, поэтому в динамике аневризма в размере уменьшилась, терапия показала свой положительный эффект. Так, продолжаем дискуссию по другим бассейнам. Мы видим, что хорошо функционирует передняя соединительная артерия, учитывая, что у нас
аплазия А1 сегмента правой передней мозговой артерии. Сосуды все проходимы, дополнительных аневризматических или же мальформации не видим. И вот вертебробазилярный бассейн, тоже сосуды проходимы. Спасибо за внимание.